В рамках реформы и создания национальной полиции, проект закона, который готов и будет внесен в парламент со стороны правительства в течение ближайших 2-3 недель, мы говорим о первых шагах, изменяющих ситуацию на улицу. Там, где люди больше всего соприкасаются с милицией. ГАИ, МРЭО, регистрационные службы. Мы приняли решение о ликвидации служб ГАИ в том виде, в каком они существуют. Началась реформа с города Киева. Создается патрульная полиция Киева, которая поглотит функции старого изжившего себя инструмента ГАИ и патрульных служб. В январе месяце мы начали эту процедуру. У нас получилось 33 тысячи заявок. Украинцы верят в эту службу. 33 тысячи заявок. Из них 70% людей с высшим образованием. Эти люди сейчас прошли 4 степени отбора, тестов. И 16 числа стартует интенсивнейший курс подготовки и обучения. Летом Киев увидит новую патрульную службу, новую патрульную полицию. В апреле месяце начнется та же процедура в Одессе. Летом та же процедура начнется в Харькове, Днепропетровске и Львове.